С чего начнем? Мне только музыка нравится. Энигма. Обожаю. Энигма. О, офигенно. Ну, что-то интересное. Классно. Пожестче пойдем, да? Твой тезка. Андрюха, давай! Не подведи! Ну, короче, тут прикольно. Проблема с басами, с мид-басами. Я вообще проблемы не слышу. Они дубасят, а саба нету. Дальше. Ой, большая грубая ошибка, когда гармония вообще не подходит под мелодию. Yes. Я думаю, что достаточно, да? О! Человека-мастер есть. GT круто, но у него там бас пердит. Мы напишем, попросим его, чтобы просто подправил. Ну, это повеселило, конечно. Слушай, ну, мне это идейная штука. Вот, мне уже пишут. Exhale Music. When will you have the winner? Ты знаешь, кто это? Exhale. А, вот он, вот он. Давай, давай сразу. Exhale, ты пишешь. Он писал, что нету мастера, и можно ли мастерную версию закинуть? Ну, это ж просто звучит. Мне уже не нравится, что голос сухой. Это не то, что нам понравилось. Очень качественный глубокий бас. Да. Хороший. О, это же прикольный был. А, вот да, это он. Следующий претендент на стиль хаус. Стиль хаус. Вот претендент. Человек нам ремикс прислал. В мире начала доминировать однотонная музыка. Это, знаешь, это такое разнообразие. Мы просто необычно, например, мне свой вокал слышать в таких разных аранжировках. Это дико интересно. Сейчас твой любимый стиль будет? Нет, так не танцует под хардстайл. Сейчас ты узнаешь, что такое хардстайл. О, курва! Обсудим этот стиль. Вот эти глайды мне нравятся. А будет другая певица? Петя, какие у тебя претензии? Чувак 3 прислал. Слышишь, да? А, он типа поменял. Он сам понял свой косяк и прислал, а в следующий он понял еще один косяк. Постарался, он прислал 3 версии одного трека, совершенствованные. А сколько вообще заявок? Короче, очень много. Давай я, блядь, говорит, вас уцеплю. Не клеится у него. Саунд прикольный. Я громко. Сразу представляю, что громко. Он в каком-то фильме играет. Можешь провод не трогать, пожалуйста? А, это какая-то котища. Да? Да.
Блин, так классно! Столько всяких стилей. Мне не нравится, что бас использует тот же самый сэмпл-пак, как это. Спасибо, что вокал в ритме. А он не вставил бас. Вообще, блин. Тот в наглую поставил наш бас, а этот забыл. О, мне очень нравятся такие звучки. Аутентичные. Так, запиши его. Мне дико нравится этот арпеджио. Вот это мой любимый стиль. Давай. Все, до свидания, блин. А, это та самая версия. 6 минут. Без вокала. Твою мать, блин. Че ты жрал-то такое, блин? Сам играет. Me and you.